эвакуировать траки большие. Смотрите, что из этого вышло. Куча крови. Платят вдвойне. Как работает на тоинге женщина? Santa Maria, Bakersfield. Where are you from? Всем привет. В общем, сегодня хочу рассказать вам, сколько можно заработать денег на тоинге. Тоинг — это на русском эвакуация. Смотря в какой компании вы будете работать. Есть компании, которые собирают только неправильно припаркованные автомобили. Есть компании, которые работают только с авариями. Есть компании, которые работают только с полицией. Очень много есть разных компаний. Есть delivery компании, которые доставляют машины для сервисных центров. Ну и там уже в зависимости, на какой компании вы работаете, естественно, варьируется уже и зарплата. Заработать можно, скажу вам сразу, немного. От 15 до 20 долларов в час. Приблизительно столько платят тоинг-компании. Получается, я звонил в 4 тоинг-компании. Приблизительно мне сказали зарплату от 15 до 20 долларов в час. Естественно, на американских фирмах есть различные переработки. То есть, если вам приходится переработать пару часов, то вам за эту переработку платят вдвойне. Получается, если вы зарабатываете 15 долларов, приблизительно за переработку вам заплатят в полтора раза больше. То есть это будет долларов 25. Различные бенефиты, страховка. Бенефиты — это типа такие бонусы. В принципе, от 800 до 1200 долларов где-то можно заработать в неделю. Работа особо несложная. В некоторых компаниях, в которые я звонил, они предлагали 22 доллара в час. Там реально сложно работать. Мне показывали фотографии, видео, как работают ребята. Они вытаскивают машины из грязи, из болот, из лесов. Делают очень сложные аварии. Показывал одну аварию, там куча крови. В общем, они делают те работы, которые не делает ни одна тоинг-компания. Также можно еще работать, если у вас есть коммерческие права, работать на большом эвакуаторе, эвакуировать траки большие, фуры. Там зарплата еще больше. В принципе, в этой сфере можно развиваться, если вам нравится эта работа, если вам по душе эта работа. Ребят, несколько дней назад, когда я привез машину в сервис BMW, я заметил, как одну из BMW эвакуирует женщина. То есть она работает на эвакуации. Я попытался с ней поговорить. Смотрите, что из этого вышло. Как работает на тоинге женщина? Я сделал ей кофе. Hi, I just make a coffee for you. What's that? It's a cappuccino. Coffee. Yeah, the coffee. Paul, I could love you. Thank you. And two snacks. I just shooting little bit for my vlog. If you you okay if I just little bit shooting how you working? The company doesn't mind, no. I don't mind. I don't care. Can you tighten that more? Are you stronger than? Yeah, I can do this. Try it. I'm just curious. One. Yeah, you got it. Well done. Okay, that's all right. That's all right. I wanted to see how strong I was compared to somebody younger. Yeah. Yeah, where are you going? In north of San Francisco, up into wine country. How many miles? 450? Yeah. I've driven 3,000 miles this week. Oh. Las Vegas, Santa Maria, Bakersfield, all the time going back, and then here to... How many hours
you will drive in? Las Vegas was 1,400 miles round trip and 32 hours. It's still a lot. Yeah. Where you sleep, I mean? They get me a hotel. Oh, perfect, perfect. Yeah. Them pay, right? They pay, perfect. Yeah. So nice company. Well, we can't drive if we're tired. Yeah, I know. It's not okay. Yeah. So. You need to drive safe. Yeah, you do. Me too, yeah. Where are you from? I'm from Belarus. Okay, I know where Belarus is. You know? I do. Yeah. It's like little country in Europe. Yep. Yeah, like between Russia and Poland. Yeah. Do you miss it? Not really, no. I just miss it about family. My mom, yeah, family, father. My son and my grandchildren are in Australia, and I haven't seen them in 4.5 years. Oh. So, I understand. Do you have just a son? Just. I had a daughter who died a few years ago. Oh, I'm sorry. I miss her. You would have liked her. She was funny and smart. All right. I want to go work. Go thank work, you. Well, thank you for thank you everything. For the coffee and the cookies. Oh my heavens. All right. Bye bye. Drive safe. Yes, you too. Yeah, bye. Have bye. A great day. Bye bye. Вот, ребят, я показал вам, как работает женщина на товинге. В общем, она развозит по всей Калифорнии машины. Сейчас она уезжает за 450 миль. Компания оплачивает ей ночевку в отелях. Ездит она на таком стареньком додже. Ну как старенький? Где-то год 2014. Вот вам живой пример, как работают на тоинге женщины. За кадром еще осталось пару вопросов. Я спросил у этой женщины. В общем, она сказала, что работает уже приблизительно 12 лет. Развозит автомобили по Калифорнии. Работает в основном на BMW дилер. Зарплата у нее почасовая, $25 она получает в час. Работает она приблизительно 40-75 часов в неделю, она сказала. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и обязательно задавайте вопросы в комментарии.